поселке Волоконовка в 12-й раз прошел районный конкурс КВН на тему «Молодежь за выборы». В этом году в нем приняли участие 11 команд. Выйду утром в поле с конем. Мы с конем на выборы пойдем. Приветствие, конкурс капитанов и домашнее задание. Стандартный набор конкурсных этапов. КВН в Волоконовском районе любят, потому и количество участников всегда велико, и болельщики активные, а организаторы уверены, что после такой игры растет активность молодежи и на избирательных участках. Именно с таких лет и вот через эту прекрасную игру дети начинают привыкать к тому важному, что их ждет по истечении 18 лет, что они каждый должен прийти на избирательный участок и проголосовать. Ну а победителем в этот раз жюри выбрало команду «Новая эра» Волоконовской школы номер 1.